Шумная, три, может быть, аспекта дать. Шумная, энергичная и добрая. Самый длинный день в моей жизни, это было именно тогда, когда у меня была одна из больших проблем в жизни, и день этот не заканчивался, потому что у меня разрывался телефон до 5 или до 6 утра, и мне было очень плохо. И за этот день я никогда не забуду. Сожалею, наверное, о том, что очень доверчивая по жизни. И каждый раз, когда делаю ошибку в жизни, доверяю кому-то, и снова ошибаюсь, неважно в ком-либо, вообще в жизни, я делаю снова это. Это говорится о том, что, наверное, это уже заложено во мне, как в человеке. Вот это доверие и верить в хорошее, верить в лучшее и верить, что, может быть, этот человек со мной так не поступит. Тараканы, наверное, или еще что-нибудь такого рода. А так остальное я все кушаю. И ненавижу суши. Ой, разве может быть на сцене культура? Я не понимаю такого вообще. Может быть, у меня просто взгляды чуть-чуть другие на жизнь. Но на сцене артист должен делать все, что он хочет. На то он и артист. Чтобы радовать своих слушателей. Сердце. Я только этим и живу, кажется, своей душой и сердцем. У меня внутренний голос очень развит. И есть вот это седьмое чувство, как говорят. А оно у меня никогда по жизни... Очень много было случаев в жизни, когда я говорила, так и происходило. Это, наверное, говорит о том, что я умею чувствовать. Сверхчувствую, наверное. Сверхъестественно из-за этого. Когда мой внутренний голос и мое сердце говорит, то оно никогда не ошибается, я так думаю. Все последние и горячие новости только на сайте iShow и ProToday.us.